Ну а между тем, сегодня по всей стране проходят торжественные линейки. О готовности нерюнгринских школьников к новому учебному году расскажут наши корреспонденты. 1 сентября для 900 нерюнгринских первоклассников прозвучал первый в жизни школьный звонок. Юные нарядные ученики познакомились с одноклассниками и учителями, а также по традиции посетили первый школьный урок. Впереди учебный год, полный ярких моментов и важных событий. Буду учиться и хорошо заниматься. Хочу получать пятерки и четверки. В первый раз в первый класс. Это событие и торжественное, и тревожное одновременно. И не только для детей, которые уже завтра станут взрослыми школьниками, но и для мам и пап. Очень часто родители волнуются даже больше самих первоклассников. Действительно, мы волновались, хотя не первый ребенок у меня пошел в первый класс, но утро было действительно очень такое эмоционально. Но ребенок, на удивление, очень спокойный, такой сдержанный. Сын младший пошел в первый класс. Мы очень волновались, конечно, потому что как бы второй раз проходить, у нас старшая дочь уже в девятом, а младший вот только в первый класс пошел. И проходить еще раз — это волнительно. Начался отчет нового учебного года. Для более старших школьников это не только начало учебы, но и встреча с друзьями-одноклассниками. Яркие эмоции. Одним словом, праздник. Я вот лето очень хорошо отдохнула, купалась, ездила в деревню. И в этом году хочу получать одни пятерки. В этом году 1 сентября нерюнгринцев порадовала солнечной погодой. Школы района организовали праздник знаний на улице, что не часто бывает в Южной Якутии. И это стало еще одним приятным моментом перед долгим учебным годом. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.